Также представители ЖКХ, заместитель генерального директора ЖКХ. Вот женщинка сидит, вызывала специальную помощь. Присутствовала здесь с мужем. Вот, он обращался письмом, второго и по зрению, и по где-то вторичное сырье, да, собирает. Тоже как эвакуатор приедет и заберет, и оплатит. Уже 20-30 годов. Насыпали просто, насыпали это как ее. Работала 10 лет.